Продолжается возведение многофункционального медицинского центра на 60 мест в районе бухты Омега на территории филиала номер 1 военно-морского клинического госпиталя номер 1472. Строители уже приступили к монтажу перекрытий второго этажа. О ходе работ сообщает пресс-служба Черноморского флота. Строителями уже полностью завершены работы по установке колонн металлического каркаса, бетонированию подпорных стен и установке плит под укладку коммуникаций по периметру здания. На строительной площадке работают 400 человек и около 30 единиц техники. Как сообщают в пресс-службе флота, в Севастополь уже доставлено медицинское оборудование, которым будут оснащать строящийся медцентр. Сдача объекта запланирована на 15 мая 2020 года.